Доброе утро, мои дорогие! Как я соскучилась по домашней выпечке и по кухне, по рецептам. И как только открыла сегодня с утра YouTube канал, просто по ссылке бизнеса, попалось это видео. Замечательно, очень быстрый рецепт. Турецкие булочки. Их можно начинять сыром и оливками. И тесто такое быстрого приготовления, что без молока, без йогурта. Бюджетный вариант. Поэтому я быстренько, естественно, его замесила. Порадую Ашкема с утра завтраком, пока он спит. Я сейчас замесила. Час она у меня здесь побудет. А я вам в ссылке под видео запишу, какие ингредиенты нужно. Очень все легко. Здесь нужна теплая вода. Здесь нужно растительное масло. Здесь нужно белок одного яйца. Здесь нужно сахар, соль, мука и дрожжи. Больше ничего не нужно, друзья мои. И все вы увидите вот в описании под видео. Будем смотреть, что получится из этого. Вот так я сейчас накрываю на час и бегом на коврик, на йогу. Я сегодня суббота дала себе возможность выспаться. Ну вот и будем смотреть, что будет через час. Может быть и меньше. Вот так вот закрываем. А здесь у меня уже готова капусточка моя. Сегодня я буду ее раскладывать по банкам. Банку, наверное, одна банка. И в холодильник. И все. Хочу, знаете, что поделиться секретом. Мой муж действительно, когда завернул вот основу фольгой, бананы неделю уже, ну почти 5 дней, они в нормальном состоянии. Так что берите этот лайфхак себе в заметку. А сейчас покажу вам нашего попугайчика. Он к нам уже привык. Ползает по моей голове вчера. Летает, летает. Мавиш? Мавиш? Мавишо? Мавишо? Пока, наверное, не проснулся. Ну, тут Ашкымом они вечером. По вечерам болтают, разговаривают, пока я тут вся занятая. Мавишунечек, мавишунечек, на, мавишунечек, иди к маме, иди. Иди к маме, иди. Иди. Ну, хорошо, посмотрите за то, что творится у него здесь, под клеткой. Вы посмотрите, только перебрала, все убрала. Ай, бандит, вот да. Дополнительный мне. Дополнительная уборка. Ничего, зато душа радуется. Тесто у меня подошло, я его посыпала мукой, чуть-чуть взбила, и сейчас разделю на части. На 12 частей должно быть. 12 частей разделила, и сейчас буду скатывать кружочки. Так, вот такая красота у меня получилась. Сейчас на 20 минут оставлю для вторичного их поднятия. И потом смотрите дальше. Так, мои дорогие друзья, Светлана не может остановиться. Там булочки подходят, скоро я их буду выпекать. А здесь я замесила еще тесто для хачапури, для пиццы. Говорю так, потому что нанесла маску. По выходным я делаю, навожу красоту, потому что многие подписчики постоянно напоминают мне о моих морщинах. Ишь, Светлана, надо что-то делать с этим. Вот я и начала делать масочки. Вот так вот я их приготовила. Желточком смазала. Посыпала семечками и в духовочку. Духовку на 180 градусов 25 минут. Какая красота получилась. Посмотрите, мой муж в шоке. И я тоже. Начинка внутри сыр и маслины. Зеленые, черные, оливки, маслины. Будем пробовать сейчас. А сейчас главное пока смотреть хочу, как показывали там. Оно должно, вот когда его нажимаешь, во. И оно восстанавливается постепенно. Оно должно, наверное, остыть.
красота моя. Посмотрите. Смотрите. Будем пробовать со шкивом. Сейчас эндер будет. А, он такой культурный у меня. Культур-мультур. Разрезать. Шкив. Элинея. И черинда гёсты. Ой. Культур-мультур етер. Дева. Там я положила сыр с плесенью. Башка да были я. Элина, я. Эвет. Эвет. Кейнер. А, гёстер. Гюзель? Да. Афиетосу. Так, вторая партия у меня готова. У меня сегодня видео полностью посвящено моей выпечке, моим рецептикам, да? Рецептикам, мицептикам. Посмотрите, какие красивые они вышли. Ну, посмотрите, мои дорогие. Ну, какая же я хозяйка. Ну, все стараюсь для мужа и для... Потому что муж, когда радуется и гордится мною, что может быть лучше и прекрасно? Мой муж такой замечательный человек. Он так меня поддерживает во всем. Поддерживает в моих каких-то новшествах, в моем хобби. Как я не могу сделать для него приятное? А чуть-чуть попозже я буду лохманджун делать, готовить сама. Пришел мой эндер. Посмотрите, что он принес. Так, это гель для душа. Две тетрадки, чтобы я писала, зажигалки. Это что он принес, интересно? А, знаете, откуда он все это притащил? Скидки какие-то были в магазине. И вот позвонил Ялчин, сказал, что... Что это такое, интересно? Сейчас очки одену и почитаю. А, знаете, что это? Пахнет мятой, наверное, для простуды какое-то лекарство. Ну, отправлю моим деткам. Так, смотрите, принес карандаши мне, какие-то бритвенные бритвы. Я сказала, ты сам пользуйся этим, ну, отправлю. И такую зажигалку для газа, ручки мне нужно, пластырь, дрожжи, две шоколадки горькие. Как раз я сегодня... Зажигалку купил, так, пудру купил, карандаши мне купил, карандаши купил. А сейчас я планирую заниматься лохманджун. Тут разобралась чуть-чуть, тут у меня в уксусной воде рокола. Так, мои дорогие, я вся в делах. Сегодня делала уборку в спальне, после того, как мы приехали. Дошли руки. Потихоньку каждый день буду убирать комнату. Вот смотрите. Для лохманджу понадобится вот луковица, 4 таких. 3 перчика. Сейчас я это все в блендере перемолю. А также помидоры и петрушка. Конечно, фарш. А также и сарымсак. Сарымсак это чеснок. Тесто раскатали на несколько кружочков. Раскатываем вот такой тонкий лист. Смазываем начинкой, отправляем в духовку на температуру 250 градусов. И вот наша готовая лохманджун, друзья мои. Посмотрите, какое вышло 4-4 и ничего, что дрожжевое тесто. Готовьте со Светланой, ставьте лайки, пишите комментарии. Лохманджушки готовы. Посмотрите, какая красота. Мы сейчас с мужем будем ужинать. Потом покажем, как. Четыр-четыр. Футыр-футыр. На салашкам дёрлар. Вот, сейчас я их вот так разрежу. Я говорю, сейчас, говорю, закрою и пойду продавать. Вот, к лохманджун нужна зеленушка и горький перец. И, конечно, шалган и ракы. Так, Ашкин будет сейчас кушать лохманджушку. Как это кушается? Сейчас он вам покажет. У нас петрушки не было и рока. Рокола вместо петрушки. Как вкусно, я уже не могу предвкушение. Сейчас берас. Лимон сыкьорус. Эвет. Сайн сейчлер. Сонра. Я тоже здесь кушаю. Сарьорус. Биберашки. Сора бибер чокаджу. Йорус. Ухады бак, значит, соли.
Ну, сюда. Правда вкусная огурчак-то? Ой, как я счастлива. Короче, мы кушаем. Приятного аппетита. Наш орел. Лашка сидит на коленке. Красивый мальчик. Попугайчик. Ашкин семечки луцкает его. А ну иди ко мне. Иди к маме. Иди. Келяны Машкин. Смотрите, как он меня любит. Меня совьёт. Маме, как я его люблю тоже. С ума сходит наш мальчик. Свобода попугаем. Свобода попугаем. Келяшкин, гель. Посмотрите, видите? Где он? Где мой мальчик? Вот мой мальчик. Попугайчик. Ашки, мавиш. Мавиш. Пару слов. Скажите, пожалуйста, пару слов. Вы хотите лахманджун? Вы хотите лахманджун? Иди к маме. Гель, Ашким. Гель, Ашким. И веточки. Видите, как он меня любит. А кто меня не любит, скажите? Гель. Гель. Кушать хочет. Сейчас я ему покормлю его. И что дальше? Что мы будем делать с тобой? Что мы будем с тобой делать? Мавиш? Мы с Ашкимом думаем, надеемся, что он скоро заговорит. Мавиш же! Келяшкин, гель. Келяшкин. Такой вот у нас сладкий мальчик. Попугайчик. Вот так мы развлекаемся с ним. Да? Гель. Посмотрите, видите? Ашкин гелёрсус. Evet, гель. Иди к мамочке. Мавиша так кушает. Afiyet olsun Maviş. Проголодался мой мальчик. Не сильно, шляпки такой. Видите, как я его глажу. Он меня любит. А я все сижу над бизнесом своим. Думаю, как бы заработать. Саф бебек. Şimdi anlasino, değil mi? Evet. Ne var o? İyilik. Bak, посмотрите, я сегодня попылесосила, все убрала, что он сделал. Паразит мой! Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.